Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Алла Пугачева раскрыла тайну, на кого на самом деле похожа ее дочка. Примадонна опубликовала фото женщины, сыгравшей важную роль в ее жизни. Алла Борисовна погрузилась в детские воспоминания. Примадонна впервые показала в сети архивную семейную фотографию, на которой были запечатлены ее бабушка и дедушка. Артистка рассказала о том, что почти не помнит деда Архипа, в отличие от Александры Кондратьевны, своей бабушки, на руках которой она выросла. Поклонники Пугачевой отметили, что певица унаследовала бабушкины черты лица, а еще больше на нее похожа дочка Примадонны – Лиза. В сети написали о том, что пятилетняя девочка – вылитая прабабушка. Между прочим, среди поклонников певицы мало кто сомневается в том, что Лиза пойдет по маминым стопам и станет артисткой. Она очень артистична и уже привыкла к съемкам. Ее папа Максим Галкин постоянно снимает на камеру семейные будни, а после публикует их. Однако Примадонне не хотелось бы, чтобы дочка повторила ее судьбу. А вы видите сходство между бабушкой и дочкой Пугачевой? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!